Индонезия. В стране осталось мало деревьев. Я хочу заснять, как это происходит. Местные виды неумолимо вытесняются пальмовыми культурами, ведь они дают масло. В мире его потребляют больше всех прочих, и оно уже входит в состав многих продуктов. Я знал, что увижу нечто экстраординарное, но такого не ожидал никак. Участки земли, лишенные леса, сверху выглядят словно скелет. Я заговорил с одним рабочим с пальмовой фермы о том, что у них исчезают леса, гибнут орангутанги. А он мне сказал: «Вам легко обо всем рассуждать, сидя в вертолете, а я весь день на тракторе, мне семью надо кормить». Он меня пригласил с ним пообедать в его доме, что стоит прямо на реке. Вода в ней красно-коричневая от земли с ближайших холмов, ибо там уже нет леса, и она осыпается. В доме одна комната, там стоит телевизор с плоским экраном. Его жена кормит грудью младенца и смотрит американский сериал благодаря спутниковой антенне. Ее они купили в первую очередь. Я видел, что наш образ жизни служит для них образцом. Весь мир хочет жить, как я. Как мы. Что я мог ему на это ответить? Снова я столкнулся с парадоксом. С одной стороны, равенство в потреблении, с другой — сохранность природных ресурсов. Индонезийские пейзажи обязаны своей красотой этим вулканам. Такого их количества нет ни на одном архипелаге мира. А под ним пролегает один из самых активных разломов планеты. Он проходит через всю Азию. Помните последнее цунами? Земля здесь движется. Но тут страшны не только землетрясения, но и другие катастрофы. Этот вулкан появился в 2006-м. Тот его называют сокращенно Люси. Лю значит грязь, а Си от названия городка Сидарджо, близ которого он возник. Вулкан активизировался, и в город хлынули потоки грязи. Когда бурили скважину в поисках газа, нарушился подпочвенный слой и открылся подземный карман, в котором под сильным давлением были сжаты грунтовые воды. Они устремились наружу, неся с собой грязь. За те два года, что мы снимали фильм, от вулкана пострадали все города в округе. Никто не знает, когда перестанут течь потоки грязи и как их остановить.